Вот это овечки тут были. А теперь это вот все перегорело. Берем на подкормку лук там, что арбуза. Это усадьба была Калашникова. Матушка помогла выкупить, оформить. Теперь это вот Пащенко Владимир Александрович. Сколько мы тележек увезли уже? Я не считал. Пять? Ну где-то так. И рассыпали вдвоем. А ее мы убирали. Вот как хорошо. А в городе еще сидел бы, в окно смотрел только, кто куда идет. Да это ж телевизор или как интернет. Чужую жизнь, да, выдумки всякие смотрел. А здесь на свежем воздухе зелень. Зелень, вокруг зелень, это вишня. Ветла. Люди, колодец свой. Все свое. Какая милость для человека. А ну-ка, ты говоришь, рука у тебя там была. Покажи еще на тебе. Ну, я думаю, от пота. Да, это от пота. Угу. Сейчас нам будет ополоснуться перед обедом. Да, 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 да. Я, главное, пошел в баню, она там, ну, не топленная, помылся. Очень хорошо сразу. Ноги вымыл, голову. Почти без мыла. Вот так мы накладываем. А это вот мотоблок называется. Не мотороллер. Мотоблок, да. Очень удобно. Какая чашка. А это вот, вот все это усадьба, все это тянули Калашников. Наступил момент, дети поступают учиться в Томский университет, родители туда, проходит какое-то время, Петр Григорьевич Калашников погибает, копали колодец, и там как-то сдвинулось все. Благослови его, Господи, в Царстве Небесном. Да, все было. Этот рубероид туда дальше скинь, чтобы он не рвался на клочья. О, как все. И там он вверху, стеклами, это все мои стекла. 7 тонн привез я. Из зеркальной фабрики. Везде были знакомые, давали. Это срезки называются. Ну, представь, сколько вот гектары. Ласточки высоко летают, означает, погода так и будет без дождя. На следующей неделе только. Будет? Нам бы даже в понедельник не было. Вот так. А это вот первый дом в деревне батюшкины. Солом и сено. Потом обложил саман кирпичом. А это вот сарай как-то все боком, на бок. То ли так сделано, или так уже пошло.
холодной воды напился, голос сразу сел. Ладно, выключаю.